Кто-то гоняется на буерах, кто-то на зимнем виндсерфинге, друзья, а у нас продолжается чемпионат России в классе J70. И если вы думаете, что это шутка, то это не так. Дело в том, что запредельно низко упала температура, полчаса назад шел снег, ну а сейчас 22 супергонщика на старте пятой гонки. У нас начинается второй гоночный день. По итогам первого у нас первое место захватила команда «Артюк». Вторыми идут «Барсы», третьими «Руссо-Транс». Ну и буквально через несколько секунд стартует флот. Давайте посмотрим, как это будет. Гонка прошла успешно, задача была прийти в топ-5 на верхнюю марку, вообще не видно порывы, просто не понимаешь, откуда они будут приходить. Единственное, там, судя по прошлым годам, с этого направления мы рассчитывали на то, что у нас было все-таки больше ветра слева, так, слава богу, и получилось. А по поводу дуэли, очень, конечно, досадно ребятам, что они плохо поставили Геннакер, утопили его там на верхней марке. Тек, может, рано вытащили, я не знаю. И нам удалось воспользоваться ситуацией, поэтому здесь скорее не наша заслуга, а то, что мы смогли воспользоваться, так скажем, ошибкой ребят. Потрясающие погодные условия. Октябрь месяц, 7 число, чемпионат России. Плюс 5 градусов, 7-8 узлов, легкий дождичек идет, ну, гонщики закаленные, гоняются. Ну, планируем провести 4 гонки, посмотрим, как получится. Гонка длится у нас порядка 27-30 минут, вот так что, я думаю, 4 гонки выдержат. Наверное, не экзекуция все-таки, ну да, экстремально. Не все готовы выдерживать такие погодные условия, но, опять же, это чемпионат страны. Здесь участвуют сильнейшие. Сурово, очень сурово. Пирогова, Поветра, Красный Октябрь, тройка во второй гонке на верхнем знаке, но еще ничего не кончилось, друзья. Как сказал главный судья, сегодня будет 4 гонки. Я не представляю, как выдержат их смены, но посмотрим. Старт, короче, ключевой в такой погоде, потому что крутит сильно, то дует, то не дует. Сегодня постабильно, вчера вообще ужас был. Поэтому то впереди, то сзади колбасит, в общем. Ну, погода суровая, сразу говорю. Особенно, когда руки чуть не работают, из-за того, что парит от воды, которая еще, наверное, раза в два теплее, чем температура воздуха, все в тумане, порывов практически не видно, стараемся импровизировать на ходу. Это лучшая, наверное, гонка за 2 дня. Пришли первыми, хороший был старт. Угадали 2 раза в сторону и вот вырулись лидерами.